покажу, как быстро сделать торт. Для этого нам понадобится тарелочка, чашечка, ложечка, вилочка. А что же нам еще понадобится? А нам ничего не понадобится! Покупаем торт и едим его! Это же, конечно, шутка! Мы будем просто украшать торт! Для начала я хочу украсить верхушку тортика M&M's'ом! Да! Давай спочатку сделаем коло червоного. Теперь выложим оранжевый слой. Так, обережно. Следующий желтый слой. Следующий слой – зеленый. Следующий слой – синий. Следующий слой фиолетовый. Тримай, клады. Наш тортик готов! Мы украсили верхушку тортика. Смотрите, какая у нас радуга красивая получилась. А бока тортика мы украсим любым печеньком. В нашем случае это кусочек шоколадки и трубочка. Все, мы украсили бока тортика. А для праздничного эффекта украсим ленточкой. Праздничный тортик за 5 минут. Кому понравился мой?